Доброе утро, 28 сентября 2023 год. Доброе утро. Облюбовали вот здесь место. Ну, в принципе, кошки всегда на подоконнике. Вот так, мои хорошие. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, братаны. Это ты с кем? С Фартиком. Да, с Фартиком вы карифаны. С Фартиком. Да? С Фартиком. Ну, что, запутался? Давай. Запутался? Давай. А то повиснешь. Доброе утро. Доброе утро, мои хорошие. А вон черненький, черныш. Черныш спит кверху пузом. Кверху пузом. Доброе утро. Че, пойдемте в туалет? А? Давайте проветрим квартиру. Ты мои хорошие, доброе утро. Папка вчера до 24.05 уголь кидал. Пойдем посмотрим, что там накидал угля. Пошлите, мои хорошие, пошли? Пошли? Пошлите, мои хорошие, доброе утро. Пошли посмотрим, что мы вчера наработали там. Пошли, 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 мои хорошие, пошли. Вот так. Пошли. Пошли, утренний туалет. Пойдем. Пошли? Пошлите, посмотрим, что мы наработали вчера. Пошли. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Пошлите, мои хорошие. Дождик вчера вот немножко перебил работу. Ну вот так, все. Хорошо. Давай, давай. Сегодня здесь будем гулять. Сегодня не на огород пойдем. Вот так. Котики мои, а? Котики мои, а? Братаны. 8 часов утра сегодня поспали мы. Спать легли уже в 3 часу ночи. Вот так упаковал. Вот. 6,5 тонн привезли вчера. И объем такой хороший. Получается, вчера подделал полы в сарае. Подделал полы в сарае. Железом, короче, покрыл полы, потому что они после потопа там прогнили. Провозился. И уже поздно начал я кидать. Поздно начал кидать. И вот получается под верх кидал, под крышу. И там вот получается хорошо. И тяжелый уголь такой, отборный. Юрий, вот спасибо, возит уже много лет на гостиницу «Маяк». Вон гостиница «Маяк», он из красного кирпича, из оранжевого. Вот между, вот за вот этой крышей шиферной, вон гостиница «Маяк» с трубой из нержавейки. Там вот я машинистом котла работаю. Буду 4-ю зиму вот сейчас работать. Так что зачет 28 число. Зачет. Поработали хорошо. Ну, доделаю. Где-то тонны полторы не забросал. Может, две. Получается, 70% перебросал. Вот, тестировал я. Каждую осень тестирую свои суставы. Как они еще в строю, не в строю. Получается, с металлического листа хорошо бросается, но лопата такая увесистая, килограмм. У меня большие лопаты такие солдатские. Килограмм около 8 весом. Такой, такая мощная. И уголь такой тяжелый, такой тяжелый. А вот когда промажешь, попадешь вот в край сарая, удар по всему телу чувствуется, что еще воспаление в суставах есть.
Поэтому БАДы, они просто поддерживают меня в строю. Третья рука не вырастет уже. Третья нога не вырастет уже. Поэтому панацеей является компетентная иммунная система. А вот компетентности ей добавляет БАДы компании Full-Life Research из молозива коров и яичных желтков. Вот такой тест. А компетентная иммунная система находит вирусы, бактерии, грибы, онкологические клетки внутри организма и уничтожает их. Поэтому мы вот молодеем, здоровеем. Вот, хотите верьте, хотите не верьте. Все это уже в 20, более 20 лет в 80 странах мира. И Минздравами этих стран одобрено. Загуглите трансферфактор в спорте, трансферфактор в педиатрии, трансферфактор при инсультах, при инфарктах. Вот. При всех отклонениях по здоровью, там ДЦП, эпилепсии, отеки квинки, укусы там клещей, укусы медуз там. У животных это еще быстрее результаты. Вот литературу я вчера показывал, обзор делал. Осень какая золотая. Пожелтел виноград у нас. Потоп у нас был с 11 на 12 августа 2023 года. И вот последствия потопа. Ну, уже почти привели все в порядок. Я имею в виду хлам повыбрасывали, все. Сейчас вот стадия капитального ремонта. Все, там фанеру закупили, полы будем перестилать. Линолеум новый. Стены штукатурить. Гипсокартоном обшивать. Пластиковое окно поставили новое. Так что все нормально. Живем, поживаем, добра наживаем. Солнце встает на востоке. Так что вот на моем YouTube-канале Владимир Стороженко я показываю, как оно есть. Вот как оно есть, по-честному, так я и показываю. И как я восстановил здоровье для того, чтобы выполнять цели и задачи. Вот. Ну и там еще lambre.ru, парфюмерия, косметика. Парфюмерия, косметика с Франции. Больше 20 лет занимаюсь. Подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки, эта продукция позволяет. Ну, косметики, парфюмерия у каждого своя, но все зависит от цены, качества. Ну, я этим уже давно занимаюсь, когда это был эксклюзив. С 1999 компания года работает. А вообще история производителя фабрики Техника Флор с 1774 года. С 1774 года господа Саботеры эту историю развивают. И вот уже там сколько, 6 или 7 месяц назад меня заметили через мой YouTube канал Владимир Стороженко или Стороженко Владимир. Заметили и предложили кассу взаимопомощи Бифри. Это надо строить коллектив. Это не инвестиции, это клубная система. Надо приглашать людей. Вот, и по кругу получать деньги. Ну, понятно-непонятно. Если что, звоните. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Плюс 7-914-974-45-45 голосом. Вот. Я желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспективы во всех сферах жизни, верные друзья и несколько источников дохода. Помогай Бог. Рад буду с вами посотрудничать. Не хватит моей компетентности, значит, попросим моих вышестоящих наставников, которые начали раньше эти все дела. Full Life Research, исследования для жизни. 4life.dv.ru, 4life.com. БАДы для компетентного иммунитета. Просто, видите, когда просто для профилактики, это дело одно. Можно пользоваться хоть какими компаниями. В каждой компании есть товары чемпион. Вот. Но когда угроза жизни, жизни смерть, страшно потерять упущенное время, поэтому не упускайте терапевтическое окно возможностей БАДы компании Full Life Research. Ну, вот исследование для жизни, да. Lambre.ru, парфюмерия, косметика. Lambre.ru. Касса взаимопомощи Бифри. Вот, уже нашел недавно видео в интернете.
потенциал этой финансовых программ. До 60 миллионов рублей можно заработать. Вот есть люди, кто первые начали, там они уже по 30 миллионов заработали. Мой наставник за 2,5 года 10 миллионов заработал. Вот, помогай Бог. Ну все. Все, доброе утро. Пойдемте попки вытирать влажными салфетками, лапки протирать и завтракать. И будем дела делать. А, красавчик. Пошли, 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 мой хороший.